В этом году в Шуском районе овощные культуры разместили на 16 700 гектарах. В том числе на 13 000 гектарах высадили лук. Сейчас идет уборка. Уборочная кампания завершена практически на 99%. Урожай неплохой. 654 центнера в среднем с одного гектара. В возделывании овощных культур применяется современная технология водного орошения, в том числе капельное орошение. Такие технологии применяются на 4600 гектарах. Собранный шускими аграриями лук отправляется на экспорт в Россию.